Я волнуюсь. Она не хочет видеть друзей. Даже Макса. Это сложно, Улиссес. Она не знает, что сказать, но не хочет им врать. Она может доверять только Люсии. Бедная девочка. Знаешь, я рассказывала ей, как мы познакомились 299 лет назад. Я тебя укусила и не сдержалась. Не могла тебя упустить. Дейзи исчезла. Что? Да, я зашел к ней в комнату. Окно открыто, а ее там нет. Испарилась. Не волнуйся, милый. Вдруг что-то случится? Ничего не случится. Дело в том, что твоя сестра захотела выйти и испытать свою новую жизнь. У сеньориты есть вип-карта? Что? У тебя есть вип-карта? Нет, нет, я просто, ну, новенькая, и я здесь первый раз. Что будешь пить? Чистую кровь или коктейль? Нет, спасибо, я ничего не буду. Точно? Да. Урожай 39-го года, Вторая мировая. Очень вкусно. Дело в том, что мы немного другие. Разве ты не вампир? Ну да, я вампир, просто я хочу сказать, моя семья, мы другие, мы, например, не кусаем людей. А-а-а, я понял, нет, ты такая же, как мы, просто ты с этим еще не смирилась. Я Мирко, очень приятно, к твоим услугам. Ну а ты? Я? Прости, прости, но мне пора. Стой, не уходи. У женщины твоей судьбы будет пятиконечная звезда. Ненавижу быть вампиром. Попрошу поддержать аплодисментами сеньориту Дейзи О'Брайен. Она полностью поправилась после ужасного несчастного случая. Не надо, хватит. Одного достаточно. Хорошо. Сообщаю вам, что я уже готова выбрать исполнителей главных ролей в мюзикле.
Хочу.